красногвардейцы, приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевание революции нашу народную власть. Нам нужно показать, что мы сила, способная повалить все преграды на пути к мировой революции. Вот садится. Послушай, вот здесь так. Власть мы все равно не удержим. Буры вас! Оттянем на барабаны! Этого пушла общество нельзя, к сожалению, заколотить, но не закопать могилу. Попытка средства – это такая же жалкая авантюра, как и попытка Корнилова. Рабочие и крестьяне еще ранеют, еще недостаточно освоились тем, что они теперь господствующий класс. Я объявила нам белый террор. Товарищи рабочие, у нас только один выход!